Всем привет! Сейчас мы едем в магазин. Почти приехали в магазин. Почти. В магазин, я бы сказала. Я нашла единственное место в Минске. Это строительный магазин, где есть шарики, елочки, дерево. Вон там елка. Тут как-то, ну ладно, хрен с этим. Красота-то какая! Какая это милота, все такое как-то звенит, щелкает, какие-то новогодние изделия ручной работы, какие-то носки. Фонарики. О, как это мило. 237, это не мило. Я цены еще не смотрела. Дерево с картами. Огроменными. А это Алиса в стране чудес. Я поняла. Мне этого не хватало. Это моя подруга. Какая милота. Так прикольно. Кстати, она сделанная. То есть тут у нее вон ручки есть. А, все как надо, тетички. Такая. А можно мне ее домой? Какие-то огроменные грибы. О, ты не видела самого главного. Посмотри на это. Посмотри на это. Боже, что это такое? Это моя компания. Такая красивая посуда. Лёшка, а как вы попали в компанию безумцев? Это мои тотемные животные. Все понятно. Одна моя психика, вторая моя нервная система, а третья... Приятно познакомиться, друзья. Я вам не помешаю, пока вас поснимаю. Милота. Хорошая компания. Супер. Я считаю, у каждого должна быть такая компания. Если у вас нет такой компании, то вы что-то в жизни потеряли. Куда вы пройдете? Тут еще огроменная компания. Очень нравится. Все, вы их уже покидаете, ваш дурдом. Блин, не хочется. Можно я такой к себе домой заберу? Они такие классные все. Зачилимся с ними. Я с ребятами. Продолжаем идти. Спасибо. Новогодние скатерти. Но больше меня зацепило вот это. Да, спасибо. Какая? Нет, это не это. Какая милота, боже. Какая классная посуда. Ёлочки. Это ручная работа. Это ручная работа? Да. Кстати, да, ручная работа. Очень красиво. Посмотри просто. Посмотри. Я вижу. Тебе понравилась такая кружка? Мне уже нравится. 35 рублей. Ну, кстати, не дорого для кружки, для такой. Еще щелкунчики. Да, вот с этой стороны много. Смотри, в больших кружках не станет. Как? Вот этого я бы хотела. Сорян, чуть не разбила кружку. Вот это бы я бы хотела. Очень красиво. Сейчас. Есть еще вот такая с блюдцем. Ага, здоровская. Целая коллекция. Все со щелкунчиками. 43 рубля.
Есть вот такой классический наборчик. Ёлочные игрушки. Что-то есть еще такого интересного. Смотри. Свечки. Набор фарфоровых кружечек новогодних. Ага. Но мне больше нравится с щелкунчиками. Они такие харизматичные. Дедушка Мороз. Здравствуйте. Гирлянда. А там вкусные запахи? Да. Угу, прикольно. Корицей пахнет. Это вкуснее, мне кажется. О, да, печеньки. Угу. Да, выбери какой-нибудь. Красивая инсталляция. Ого! И стоит такая 380. Какая ёлка! Море игрушек. Очень много. Какая милота! Боже, такой прикольный! Интересно, сколько он стоит? Ой, тоже хорошенький. Цена. Цена. Сколько ты стоишь? 59 рублей. Вот так украсили на улице. Можно как бы не убиться здесь. Красота. Мы уже дома. Зажгли вот такую вот свечку. Пахнет очень вкусно. На часах уже 1:00 ночи. Мы растопили камин. Красота, теплота. Опа, тут Маричек, его правда не видно, но он кайфует. Украсили комнату. Тут правда какая-то дискотека сразу началась. На улице у нас снежок. Украшена, в общем, только эта комната. Будем ложиться спать. Всем спокойной ночи.